У GetX появилась новая краш-игра. 1000 рублей каждый час. 100 рублей за репост. 50% к депозиту. Забирай на GetX. Чатик, извините, я вас немного неудобно несу. Съемка идет. Спасибо всем, кто пришел. Сори, что это такое. Мы сразу убегаем, просто так прикольней. Так, шеф, давай. Надо выпить. Надо бухнуть. Спасибо, кто вы на что? Подтвердил ожидание? Было. Ты чё, какой подтвердил? Ты перевыполнил. Шума для Эксайла! Блять, шумите! Было круто, и стоит на стриме, вы тоже сидели, спасибо. Надеюсь, что у кого было плохое настроение, тот... У того стало хорошее настроение. Лёх, у тебя май! А, кстати, да, Саша хотел вам признаться, он давно скрывал это, он гуль. Токийский, да. Я токийский дрифт. Не знаю, ты смотрел стрим или нет, когда... Люблю большие... Не видел. Люблю бомбасты. Этот, короче, майку снял и по сцене был. Так как бегемот пошел. А ты не видел, да? Ты не видел, да? Потом послушаешь. Там вообще пиздово. А на сцене кто? Лёха на сцене? Саня, он ходит по топы, рядом. А там зачем мы съебались? Мы все съебались, он просто всё пишет. На сцене попы. Пойдём, дальше.
пока-пока! Где такая черная футболка? На столе там лежит. Нет, это папа реально. Я что-то... Отойдите, это оттуда снимайте. Вот отсюда, Саша. Генерал Флэр. Па-па-па-па. Сообщаю. Влад не хочет пить. Правильно. Че? Потому что алкоголь судло. Мы с ним недавно Онегина хуярили, а сейчас он не хочет. Да, давай, ну мне минут 30 собираться стоит. Если вы раньше угоните. Самые 30 минут чуть-чуть. Чуть попроще, да? Маршрутка просто с нормальной схеме. А че они... Че как? Минус Кая. Минус Кая. Ребят, вон они, молодожены. А че они рассказываете, ничего нам? Че тебе рассказать, Константин? Тебе прикол видео. Там минус Кая пишет. Давай, вы ему селок наебнули. Да пошли с ним. Не надо, это нельзя показывать. Я не покажу. Тебе, я. Да вы блин, Владик! Минус Майя. Максим... Это кота кого оставил? А? Кота кого оставил? Кота? А к нему никто не подойдет. Мама корм только дает. Мясо. Ну ты его с мамой оставил? Ну она просто кормит. Я видел, как он тебя нахуй послал, когда ты ему сказал спать. Мясо. Реально? Спасибо, Мото, за поддержку. Дайте поддержку чипсоеду. Пацанчик, а тут надо тебе. Не-не, я уже чувствую, что я выпил для того, чтобы выступить без волнения. А сейчас я чувствую, если я выпью, мне плохо станет. Я сейчас чувствую вот это. Колбаску? Нет. А, буржули? Боржоми, это же желудочная тема. Да, дай мне тоже пробормотать. Опа! Значит, для именно... Ну, чтобы желудочек хорошо работал. А, нет, стоп. Печень. Нет, пять. Нет, почки. Для почек вроде, или для печени. Ой, а что это? Молодец. Я не снимаю. Чикс. Вот как. Ну, радуй, наверное. Можно я боржоми ебану? Чанч? Удаляй при мне! Удаляй при мне! Ого! Кто там, блин? Шумит нахуй. Так, я собираю вещи. Ну-ка. Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй. Полиция! Полиция! Не делай. Вы ебать, он до него собрал. Звать там надо.
сейчас упакуют нахуй всех, я тебе сейчас приеду. Только так только. Чтоб все курьеры чтобы было. Не-не-не. Лёшка, ну ты-то куда? Что? Вечер хорошо провели. Ты воруешь домой? Как я? Заставили? О, бля, у меня рюкзак спиздили на сцене. Покричите теплоеды. Сам начни кричать. Я прошу, чтобы... Давай зайдем в Боржоми. На, попей. Да. Там есть? Ура! Мы чего-то добились. Не, ну типа, прикинь, из окна выглядывает вот такой. Ну, такой. Ну, там Боржоми. Кто? Можно им чайскин? Брат, так надо вот так вот, смотри, полный. Ты хочешь полный? Он вкусный. Нет, Брат, я свой новый футболку взял. Чай! Это новая футболка? Что за хуйня? Так вот новая футболка. Ладно, проебали. День не проблема. Так, красавец. То, что вот это неуважение. Да, брат, она у тебя грязная. Вот это неуважение. Так, у меня рука после воды. Ладно, ты же мой брат. Макс! Фу, блядь, она с вкусом хуя какого-то. Фу, блядь. Фу. Что там лезет, оба? Фу, попробуй. Тебе не хочется. Не понял, а почему еле знаешь, что вкус хуя? Да, как же нет, на Ярослав, блядь. Потому что сосал. Где вот эти четыре? Ладно, мне нечего сказать. Заткнула. Чем мы после отеля мы куда-нибудь едем? Я поеду машину, мы выкинем свое любимое. У меня двигатель на работу. А я желание по набережной, блядь. Едет домой. Я пойду мыть свою любимую машину. После поездки длинной, она вся в мошках. Я пойду ее мыть, буду ее гладить. Буду ее водичкой, пенкой мыть. И машину. Машину? Да. Вот так вот. Жесткий тегер. Я чукарь. Это по поводу потолка к организаторам вроде вопрос. Я заменял новую футболку. Ты они мне на плече. Я сейчас выхожу, чтобы забрать подарки со сцены, там, и там осталось прям очень мало людей, и они все отходят, да? Тегай. И я такой через заборчик перепрыгиваю, и я только потом увидел, типа, что там охрана их вот так вот, типа, сгоняет всех людей. Я через заборчик перепрыгиваю, они через охрану, и мне охрана говорит: «Ты чё, долбоёб?» Меня вывели. Я вышел фоткаться, мне говорят: «Молодочек, давайте быстро отсюда». Кто у нас тег, слышишь? Жестко тегаю. Бывает, на тебя тегают. Только не хуй. Можно я тегну? Можно я тегну, пожалуйста? На, нихера! Стоп, раскрой. Базука. Можно я? Если раскроется, то вообще пиздец. Одну надпись маленькую. Да ты напиши хуй. Нет, я не напишу, я же не дурак. Можно пузи ему тегнуть? Ой, блядь. На пузи ему тегнуть. Да все, дай ты на лбу тегну, блядь. Да очень маленькую, брат, ну что такого? Гикит напиши. Ну, реально прикольно написано. А может Geekit 8, ёпта? Сумка у тебя прикольная, кстати. Спасибо, дорогой. Я поймал. Чтобы не забыть его. Не зря мне подарили футболку. Хотел на Ярике Грис написать. Все, сделай. Неожиданно. Мой обмен! Дает мне очки. Я говорю, на что? Я ему футболку Блог Энка дам. А на какие очки? Я ему потом отдал очки эти. Развели меня на футболку. Сейчас Романыч закончит. И орк вас проведет через вип, чтобы мы не здесь выходили. Я машину туда сейчас погоняю, сейчас скажу, куда. Спасибо, ты на стриме именно расскажи, балда, блядь. Так ты нахуй стримишь-то? Я-то. Фак, ну в золотом еще это. Ярик! Тебе подарок. Синта соната. Не доставляйте донат, ты соната. Если они закричат чипсоеда, я буду самым счастливым. Проверим, как ты ставишь одни. А не видели, у меня зипка была, Chrome Hearts, не видели? Что? На. Вот это. Пойдите, пожалуйста. Красиво. Тег? Тег? Да. Лёха, вот твоя очередь. Он написал парт, он пишет кур. Вот так. Хуер. А нет. Извини. Батя, я вас кур.
Ложишь ка. Куришь. Спасибо. Да. Все, ребят, будем... будем заканчивать уже. Извиняюсь. Будем заканчивать, потому что нам надо решать, куда нам мы выдвигаемся и выдвигаться. Окей? У меня появилась жена. Привет всем моим друзьям с общаги. Я вас люблю. Что за общага? Некрасова 52Б, там олдскулный. Ладно. Привет всем бедолагам. Парнишка какой-то попросил у себя на руке расписаться, потом выхватывает у меня ручку, берет мою руку и мне расписывается на руке. Все. Кто сейчас стримит, кого можно рейдить? Надеюсь, что чики-брики. И сейчас идеально было бы в сауну и в отель с какой-нибудь девчонкой. Ну или просто в сауну, типа. А Golden Girl, я тоже знаю. Что это? Стрип-пушка. Не, не хочу такую грязь. Все, пошел рейд, да? Все, пока! 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 ББ!